Подводим мы итоги матча «Резерв Джоки Джо Юпитер». Победа резервистов со счетом 3-2. Повторили команды результат первого круга. И в нашей послематчевой студии Андрей Иванов и Иван Марковец, которого я еле уболтал прийти. Вань, ну объясни мне, вроде дисквалификация кончилась, а ты почему-то сегодня как-то, не знаю, как называть-то, пассивно, не пассивно, но предпочел сегодня наблюдать за игрой из-за ворот, отдал бразды правления Ярославцу и компании. Почему так? Да потому что видел, что по прошлым играм Никитка, ему огромное большое спасибо со Славкой, они мне очень помогли в этом смысле. Вижу, что с ребятами получается у них работать, скажем так, находят правильные слова. Никита в качестве его тренера, можно так, да, там обозвать, помогает мне. Вот, и поэтому, почему бы нет, решил уже, если получается, как бы, может быть, я за забором, так сказать, постоял, когда... Правильно говорят, со стороны виднее, посмотрел, где у нас какие есть вопросы, ошибки и так далее. Мы это все разбираем, как бы с ним обговариваем. Поэтому решил сегодня не сбивать, коль уж, ну, уже вот так оно получилось, как оно получилось. Решил Никитке доверить полностью игру, и поэтому сел в сторонке, только немножечко для себя подмечая какие-то моменты. И с Никитой мы разговаривали там уже за бровкой, чтобы не нагнетать ситуацию, потому что я загрустил как по студии вот на своем уже очередном намарата, так сказать. Вот. К сожалению, придется констатировать факт, что задачу на сезон мы не выполнили. Там, я не знаю, у кого как дела, там люди, спонсоры, которые за месяц людей находят и так далее. Вот, была задача попасть в тройку. Я знаю, что она была по силам, потому что отрыв, ну, как бы, бери там очки, Артик, гранд-форвард отскочил и проиграли мы району. Наверное, все бы было по-другому, но я думаю, что я такой не один руководитель. Я думаю, так думают все, и Андрюха в том числе, что, наверное, была задача в тройку у нас так точно. К сожалению, надо констатировать, что мы ее провалили. Андрей, с победой, но главный вопрос, который меня мучил всю игру, был слушок, что Максим Агафонов обещал против Юпитера во втором круге не играть. Сегодня появился, это была дезинфа? Да нет, если бы игра решала бы что-то для Юпитера, были бы шансы за тройку, Максим бы не играл. Второй вопрос. Джокер у тебя появился в последних двух играх. Олег Коваленко с волной отличился голом. Сегодня гол плюс пас. Но обычно я Ивана Марковца хвалю, что у него джокеры появляются в точку. Но вот сегодня твой сработал. Ну, я уже говорил после матча с волной, что очень хороший футболист и человек. И с каждой игрой, я думаю, что должен только прибавлять. Парень молодой. Сегодня он сыграл еще сильнее, чем в матче с «Волной». Хотя Юпитер – это команда, против которой играть очень сложно. Нет особо свободных зон. Ребята бьются. И тем не менее, у него очень было много моментов, которые он сам создавал, обыгрывал, боролся, выдавал передачи. Если бы еще там Саня Храмов забил бы после передачи, у него была бы не одна, там, а две или три голевые. И сам он мог еще забить, там, когда напряжение сыграл с вратарем, немножко уже сил не хватило мяч догнать, пустые ворота. Хороший футболист, и так получается, что он сегодня провел большое количество времени на футбольном поле, при этом есть конкуренция в лице Борчугова, Кирьянова, Миянца, и вот раз он проводит столько много времени, значит, говорит, что, допустим, и ребят на поле, и меня, он полностью устраивает своей игрой. Сегодня жаловался соперник из-за твоих частых смен. Это у тебя была такая тактика постоянно вот ротировать. Ну действительно, даже я обратил внимание, ну просто там каждые там чуть ли не 3-4 минуты замены. Хотя вроде сегодня всего 4 замены. Нет, абсолютно не было какого-то умысла там что-то потянуть время или что-то. Были замены, мы просто хотели, чтобы у нас все футболисты играли в своих отрезках максимально эффективно. И вот когда уже люди вставали, производили эти смены, то же самое, как мы пропустили второй гол, пришлось сразу реагировать, убирать Гигу, который больше нацелен на атаку, выпустить там более оборонительного игрока. И то же самое, ну, по другим позициям. Вот именно все по ходу игры. Когда Юпитер прибавлял, мы делали замену, чтобы немножко сбить темп. Чтобы сбить их. Так, понятно. Вань, вопрос тебе. Павел Карпенко в первом круге лидер команды вел за собой, а сейчас я что-то смотрю на Пашу. Во-первых, как-то он сам приуныл, и вижу, и разминается отдельно, и замены как-то уходят не на бровку, а где-то один сидит. И вообще как-то его роль поблекла в нынешнем Юпитере. Почему?
На самом деле, Пашка, как был, так и есть основная ударная сила наша. Все просто. К сожалению, у нас в межсезонье покинул Максим Агафонов. А если кто следит за этим футболом, половину голов, наверное, в том из 11, которые было забито в первом круге, и 4 всего лишь во втором, это было забито с подачи Макса Агафонова. Такой человек нужен. К сожалению, такой Макс один, ну, я имею в виду, да, такого класса игроки, к сожалению, заменить нам его неком стало, а Пашка в этом смысле очень зависимый игрок, как любой нападающий, который вот как играет, опять же, тот же Храм, да, на него команда играет, вот так же здесь. К сожалению, пока не можем пристроиться без Максима, не нашли ему достойную замену, поэтому приходится Пашке на себя, и видно, что, конечно, после первого круга он максимально расцвел, ты все правильно подметил, и команды на него стали настраиваться по-другому. По поводу, кстати, предыдущего вопроса хотел бы добавить. Это не Андрей как бы частыми заменами сбивал, а мы апеллировали к тому, что в очередной раз говорю... А ты про судей не разрешаешь не говорить. Сейчас. Мы жалились на то, что он делал замены на наших мячах. Но, наверное, приезжающие сюда судьи должны быть проинформированы о том, что замены делаются только на своем мяче. Мы за это ругались. Когда мы только хотим внести мяч, и у нас сразу замена. Поправь меня, может, я не прав, но мне казалось всегда, только на своем делаются замены. Мне казалось так. Ну, может, я ошибаюсь. Нет, ты ошибаешься. Ну, это и у нас, и в России, на общероссийских соревнованиях, на любом мяче. Давайте, ребята, у меня уже следующий репортаж. Последний вопрос. Я с удовольствием, раз вот видеть последний вопрос. Видел ты во время игры, успел пообщаться с Виктором Зиминым. Знаем, что Ангелор Суперлигу покинул. Может быть, ты уже хотел его подписать на следующий сезон? Нужен ли вам такой нападающий в команду? Я с Витей разговаривал вообще по сезону. Потому что приехал ранее болеть за Никитку Ярославцева из Золотого. Вот, мы с ним разговаривали на то, что очень вяло, ну, что, к сожалению, Ангелор вылетает, перекинули словами, что сегодня они уж совсем все грустно у них было, и мы пообщались, он говорит, хорошо играете. В принципе, по сезону не было разговора, как бы, но я бы был бы не против, наверное, потому что, в принципе, прихожу, и я знаю то, что в этом футболе по-любому нужен столб, и, наверное, Витя один из тех, кто, наверное, его сейчас один из тех, да, кто может что, в принципе, неплохо сыграть, но с ним надо очень поработать. Он поднабрал, Витюха, тебе привет. С ним надо поработать, если он будет, я знаю, что он такой же, как и мы, безбашенный, эмоциональный. Я сегодня за ним смотрел долго и в очередной раз как бы увидел, что, наверное, да, я бы не отказался, если бы такой игрок оказался у нас в команде. Спасибо, ребята, проговорили уже первый гол путейцев. Дай бог с ними, Дэн, спасибо.